Есть такое слово «надо». Следующий концерт в Аги будет 24 декабря. Это довольно быстро, на самом деле. Там, может быть, еще будут такие свежие знаки. А еще вот 30 ноября здесь будет Хельга Потаки читать свои сказки, совершенно потрясающие. Если ты знаешь. Она меня очень просила проанонсировать это мероприятие, вот что я и делаю. Сам я в свое время притащился. Правда, я был пьяный в жопу, но я думаю, что и трезвый тоже притащился. А, я то, что на балалайке играл в одной сказке. Все! Всем спасибо! Хоть что-нибудь! Есть! Есть! Петро закрывает! А футболки будете покупать? Да. Меня легко подумать, на самом деле. Я их выдумал все, потому что скучал. Я их выдумал все, потому что зима, а потому что любовь, а может собой. А может еще 5000 таких же причин. Это ночь, королева и вечер, это утро, принцесса и день. Ее брат, я их выдумал все, придумал их сам для себя. Потому что был ветер и снег. Я их выдумал все, потому что согреться не мог. Потому что огонь, потому что вода, потому что земля и воздух так долго пылились в углу. Это утро, принцесса и девять, ее брат, я их выдумал все, придумал ты сам для себя. А можешь сыграть с вами? Сыграть с вами? Нет. Только после футболок.